Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Новые лица в перинатальном центре, новый главврач, пока ИО. Осторожнее на воде, сотрудники ГИМС патрулируют оборудованные и необорудованные пляжи. Рязанская святыня, 15 июля, празднование обретения Феодотьевской иконы Божьей Матери. В перинатальном центре Рязани назначен исполняющий обязанности главного врача. Им стал Максим Коваленко. Соответствующая новость появилась на сайте самого медучреждения. Напомним, бывший главный врач перинатального центра Рязани Олег Шалаев оставил свой пост в июне этого года. Теперь он возглавляет областную клиническую больницу. Перинатальным центром Олег Шалаев руководил с 2020 года. Максим Коваленко же окончил Рязанский медицинский университет имени Павлова. Он имеет степень кандидата медицинских наук, врача высшей квалификационной категории. Ранее он был заместителем главного врача по акушерско-гинекологической помощи. До этого работал в Рязанском роддоме номер 1. К другим новостям. В прокуратуре области рассказали о нюансах некоторых уголовных дел, которые в конце прошлой недели отправлены в суд для рассмотрения по существу. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя областного центра, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере. Установлено, что обвиняемый, занимая должность начальника автотранспортного цеха в акционерном обществе в период с 2019 по 2022 годы, получал в качестве взятки денежные средства за беспрепятственную приемку работ по ремонту автотранспорта от организации, осуществлявшей обслуживание дорожно-строительной техники. Общая сумма денежных средств, полученных в качестве взятки, составила свыше 200 тысяч рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд города Рязани. Еще одно утвержденное в прокуратуре дело отправилось в суд. Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Ульяновской области, который обвиняется по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что в декабре 2023 года в вечернее время водитель грузового фургона, двигаясь по автодороге М5 «Урал», проходящей на территории деревни Высокая Рыбновского района, нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия водителю встречного легкового автомобиля причинены тяжкие телесные повреждения. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Рыбновский районный суд. С начала года в России на водных объектах погибло больше 1500 человек, среди которых свыше 200 детей. Эти цифры значительно превышают аналогичные показатели прошлого года. Как правило, большинство трагедий происходит на необорудованных пляжах. Сотрудники ГИМС ежедневно патрулируют водные объекты и проводят инструктаж с отдыхающими. В летнее время года на страже водных объектов ГИМС ежедневно. Когда оборудованные пляжи в жару забиты подчистую, рязанцы находят спасение от зноя на так называемых диких. Правда, такой отдых закончиться может трагедией. В этом году на воде погибло уже 8 человек. Это на 3 больше, чем за аналогичный период 2023-го. Основная гибель зарегистрирована на несанкционированных местах купания, местах отдыха. Гибель зарегистрирована в городе Рязани и в 3 районах области. В городе Рязани утонуло 4 человека, из них один ребенок, это девочка 15 лет. В Касимовском районе утонуло 2 человека, из них один ребенок, мальчик 14 лет. В Рыбновском районе один человек, взрослый. И в Пронский район один человек, подросток 17 лет. В этом году в Рязанской области к купальному сезону оборудовали 33 пляжа. 5 из них открыты в областном центре. Каждый из таких водных объектов оснащен спасательными и медицинскими постами. Наверное, знаете, что... Что здесь не оборудованы ни спасательные посты, нет медицинских работников, водолазное дно, это дно водолазами не обследовано, течение сильное, хоть и достаточно мелко в каких-то моментах. У нас в этом году уже 8, 6, 3, 3. Профилактической беседы, памятка о том, как вести себя на пляже. И хотя инспекторы проводят рейды по стихийным местам для отдыха регулярно, гибель на воде остается одной из основных причин смертности детей и молодежи в возрасте от года до 24 лет во всем мире. Нужно подходить только со спины. Если человек в сознании, значит, соответственно, принять горизонтальное, то есть спасающему принять горизонтальное положение, за подмышки человека
к себе на грудь положить. И если он в сознании, потихонечку, одной рукой удерживая его, двигаться в сторону берега, звать тоже на помощь, чтобы другие люди подошли, подоспели, помогли, потому что одному человеку все-таки тяжело спасать. Вытащив человека на берег, нужно незамедлительно вызвать скорую, а уже затем оказать первую помощь. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Рязань, 2018 год. Рыбак из села Поляны вытащил из оки толстолобика весом 49 килограмм. 2023-й рязанец поймал крупную щуку весом почти 11 килограммов. И в этом году есть крупный улов на реке Нарме в Клепиковском районе. Рязанец вытащил 2-килограммовую щуку. Когда, как не в последующий день после дня рыбака, перечислять одни из самых крупных уловов горожан? Да и когда, как не сегодня, узнать историю и лайфхаки от бывалого рыбака? 66 лет назад он впервые взял удочку. Когда-то в детстве отец привел его на пруд за рыбой. Тогда 6-летний Анатолий Хазов уже смог поймать своего первого карася. На удочку из орешника, других в то время не было. Но это абсолютно не мешало юному рыбаку. А дальше больше. Вот так я научился. Потом на оку стал ездить, еще по озерам, зимняя рыбалка, вот, спиннинг, все это нормально, уже пройденный этап, уже большой срок этой рыбалки. Так что, когда как, когда с рыбой, когда без рыбы. Вот, на все, никогда ее всю не выловишь, ну, попадается, и щучки хорошие попадаются, и судачок. Один из самых больших его уловов случился около 10 лет назад. В Солоче, на протоке Бык, на его спиннинг попались 8 щук и 1 судак. Последний аж на 3 кило с лишним, но везет далеко не всегда. Иногда попадается только мелкая плотва на уху. Специальных лайфхаков для удачного лова говорит нет, а то, что пишет в интернете, он не воспринимает всерьез. Если рыба есть, ты ее без прикормки поймаешь. А если рыбы нет, хоть ты ее закорми, все, нету. Все. Я этим никогда не пользовался и не пользуюсь. Какие там, что там, эти красить. Если знаешь же, что нашел ты рыбу, она всегда будет твоя. Там немножко прикормки с собой берешь, но это на всякий случай. В основном геркулес с землей смешаешь, там все это делаешь, как прикормку, подкормишь, она будет стоять. Все. Сейчас Анатолий Хазов передает свой опыт младшему поколению. Учит рыбачить внука, который сам проявил инициативу и попросил дедушку поделиться секретами рыболовства. А тот только за. Договорились, сели в машину и поехали на озеро Селянское. Первыми достижениями юного ученика стали две плотвы. Впереди следующий этап – лодка. Анатолий Хазов отметил, что рыбалка – это способ отдохнуть от городской суеты и подышать свежим воздухом. Как бонус – привезти рыбки домой, чтобы супруга приготовила вкусный ужин. Анастасия Арт, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В художественном музее новая экспозиция. На этот раз на стенах красуются полотна московского художника Милы Маркеловой. Автор работает в своей собственной манере – экспрессивном реализме. Сочные красочные коллажи, объединенные общей темой. На полотнах наши земляки, чьи образы узнаваемы с первого взгляда. Портреты не просто похожи внешне, они отражают внутреннее состояние людей и их души. Работы Милы Маркеловой – это история не про друзей и знакомых, а рассуждения на вечные темы. Каждое полотно похоже на живописный спектакль, режиссером которого выступает сам автор, обыгрывая буйство красок, экспрессивно-реалистичной манеры подачи материала. Выставка разделена на три блока. Встречают гостей монументальные портреты русских женщин в узорчатых платках. Первый блок посвящен действительно платкам. Все ипостаси женской как бы жизни от старости до юности, но как бы через платки. Там у каждого героя свой платок. Если обратить внимание, свое эмоциональное состояние и свой орнамент на платке. И это навеяно вот экспозицией музея, работами Венецианова, которые у вас в музее находятся, и стихотворением блока «Плат узорной доброви». Второй блок посвящен свадебной тематике. Эти работы – часть праздничного цикла художника. Для проекта автор выбрала самые главные, на свой взгляд, русские торжества – Новый год, день рождения и свадьбу. В экспозицию художественного музея вошла последняя серия полотен. Причем картины отражают не только настроение молодоженов и гостей, но и некоторые исконно русские свадебные традиции. И ложная невеста, мужчина, наряженный в женскую, как называется, фату. Есть такая традиция на свадьбе, когда наряжают
сажают мужчину или какую-нибудь самую пожилую женщину в фату, и жених должен на ощупь определить, невеста его или там кто это. Ну, такая вот традиция. Мне хотелось все эти традиции нарисовать даже так, потому что это тоже уходящая такая натура. По словам Милы Маркеловой, цель ее творчества – зацепить саму жизнь, оставив на полотнах не столько конкретный социальный срез нашего общества, сколько лица своих героев в истории искусства. Для этого многие работы автор пронизывает гротеском, чтобы показать неделимость жизни на белое и черное. Завершающий третий блок – это ранние полотна автора. Они посвящены библейским мотивам и чуть более сдержаны в своей цветовой палитре. Впрочем, гостям выставки пришлись по вкусу все три блока. Выставка такая яркая, многогранная и радостная. Представлены здесь разные периоды. Вот художница нам уже рассказывала. Изображены разные события человеческой жизни. Изображены очень так интересно, ярко, с юмором. И непосредственно. Вот люди показаны так, как бы подсмотрены, так, какие они есть. Ракурсы, цвета, линии. Мила Маркелова в каждой работе ищет новые пути в своем же искусстве, создавая острые и запоминающиеся образы. Проследить творческий путь мастера с 90-х годов прошлого века по настоящее время, а также раскрыть для себя радостное приятие жизни можно на выставке Художественного музея до 25 августа. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Одна из наиболее почитаемых святынь, не раз спасавшая Рязанскую землю, Феодотевская икона Божьей Матери. Ее празднование совершается 15 июля. Об истории святыни далее в сюжете. Это Феодотевская икона. Авторство образа приписывают самому евангелисту Луке. Еще при жизни, с благословения и разрешения Божьей Матери, он написал несколько ее изображений. И именно этот образ долгое время являлся одной из главных святынь Константинополя. А списки с него разошлись по всему миру, и многие попали на Русь. Этот самый образ в еще старую Рязань привез епископ Ефросин Святогорец в 1225 году. Зачем эта икона была покровительницей Рязани, не Переяславля Рязанского, но той старой древней Рязани, которая погибла в пожарище во время нашествия Батыя. Но икона сохранилась и была явлена через несколько веков. Она была явлена недалеко от села Феодотево и принесена уже в эти места. Считается, что она явилась в 1483 году на пустынном месте, которое в народе именуется Старое. Позже от иконы стали совершаться многочисленные исцеления. Дескать, в летописях зафиксировали чудесное исцеление силой Божьей Матери от моровой язвы в 1771 году. Феодотевскую икону носили как по городу, так и по окрестным селениям. Если ее приносили в дом, в который болезнь не была занесена, то язва и вовсе не появлялась там. А в зараженном доме она немедленно прекращалась. По повелению рязанского князя она была перенесена в город Рязань и с подобающей честью поставлена в соборном храме Успения Пресвятой Богородицы. В 1611 году по распоряжению архиепископа Рязанского Феодорита с явленной иконы была снята копия и отослана в село Феодотево. В ней нет какой-то слащавости, в ней нет чрезмерного человекоподобия. Все здесь написано древним, символическим, иконописным языком. И эта икона является связующим звеном между старой Рязанью и Рязанью современной. Паломничество к этой иконе продолжается до сих пор. Священнослужители говорят, что прихожане зачастую по несколько раз обращаются за помощью к этому образу и добавляют, что на верующих старый и древний образ производит сильное впечатление. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.